Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. Сегодня я получила первый заказ из каталога Oriflame номер 15. Это уже тот самый каталог, который близко к Новому году. Последние три каталога, 15, 16, 17, мои любимые, потому что в них много интересных предложений, классные акции и много новинок. И я хочу сразу, ну ладно, покажу то, что мне пришло в подарок. По акции нужно было пригласить человека, помочь ему активировать личный кабинет с заказом на 50 баллов. Кстати, эта акция еще продолжается в этом каталоге. И если новичок заказ оплачивает, ну и, соответственно, спонсор тоже делает заказ на 50 баллов, то оба получают подарки. Вот мне пришло два комплекта, они одинаковые, поэтому я один буду распаковала, а второй не буду трогать. Это набор косметичек. Сейчас уберу так целлофанчик здесь. Просто его надо вырвать. Вот две косметички. С этой стороны черные, а с другой стороны одна красная, а другая сделана под змеиную кожу. И их можно расцепить, кстати. Здесь такая специальная как держалка, завязка из материала под кожу. Можно вот так развязать, вытащить. И будут две отдельные косметички. Одна побольше, другая поменьше. А внутри... все просто. Так что один наборчик себе оставлю, а один кому-то в подарок оставлю. Классный подарок. Кармашков внутри нет, просто черная подкладка. Ну, косметичка, конечно, симпатичная. В любом случае, подарки получать всегда приятно. Так, и хочу похвастаться, что я заказала себе. В этом каталоге самая классная акция, где у нас идут... любая помада из трех видов представленных, любая тушь из трех и любая тональная основа из трех. Я заказала себе два набора, то есть они вот так выглядят. Сейчас покажу. Так, так, и две тональные основы. То есть вот один набор — это помада, тушь и тональная основа. И набор стоит всего 599 рублей. Представляете, какая потрясающая классная цена. Я выписала себе два, потому что я бы вообще их побольше выписала. Во-первых, потому что мне нравится эта тушь XXL 5 в 1. У нее классная формула внутри. Эта тушь идеально смывается просто водой. И у нее кисточка, как у туши, 5 в 1, только чуть-чуть отличается. И я себе взяла помаду, сейчас подождите, вот 68 должно быть, по-моему, на конце. Сейчас проверю, потому что у меня клиенты заказали такие же наборы. Очень важно клиентам разъяснить, как работает эта акция, потому что не все понимают, да, 68 моя помада, я хочу ее быстрее попробовать, не все понимают, как... что заказать. Кто-то думает, что надо помаду одну, кто-то тушь. И вот я объясняю своим клиентам, и они, конечно же, радуются, хотят такой акции поучаствовать. Такая вот помада. Я сейчас накрашу на губы, потому что у меня губы не накрашенные, а я хочу перед вами сидеть с накрашенными красивыми губами. И заодно сразу попробую этот новый оттенок. Кстати, что интересно, у меня не было еще ни одной помады из этой серии ультракремовой 5 в 1. Было время, когда они вышли, 25 новых оттенков, или 26, 25, по-моему, нет, 26 все-таки. И я их все перепробовала за один раз. Мне несколько оттенков очень понравились, но я не стала покупать, потому что я как раз планировала поменять цвет волос, и я не знала, какая мне помада будет хорошо, я не знала, какой цвет волос еще получится. А сейчас я решила, раз такая акция, надо взять эту помаду и попробовать ее. Потому что отзывы разные. Кто-то пишет, что помада сухая, им вообще не нравится, просят вернуть прошлую коллекцию. Кто-то в таком восторге, говорят, это лучшая помада. Я понимаю, что у нас у всех разный гормональный состав,
И восприятие для одного, может быть, что-то, этот один и тот же продукт для одного это плохо, для другого хорошо. Поэтому надо иметь собственный опыт, собственную практику. Но мне нравится, и цвет такой приятный. Я хотела такую помаду, именно вот такого оттенка, потому что 5, ой, 3 в одном помаду восхитительная роза у меня как раз закончилась. А мне кажется, этот оттенок очень похож. Ну вот я довольна. Еще взяла себе. Так, это закрываю. А еще я взяла себе помаду матовую из новинок. Красный, классический красный. Вот он. Мне безумно понравился этот цвет. Я, наверное, сейчас тоже ее попробую сразу. Когда я была на тестировании, именно эта помада меня просто восхитила. Так, а где я ватный диск приготовила? Он у меня упал, поэтому я эту отделяю. Сейчас, эту посмотрели помаду, но мне кажется классная. Оттенок розовое дерево 35-168. Удаляем и наносим красненькое. То есть я иду от светлого к более темному. Так, это сюда. Очень понравилась кисточка в этой помаде. Она совсем другой формы. У нас такой кисточки еще не было. Она изогнута прям под форму губ. И помада хорошо ложится. Она такая кремовая. Так, надо лишнюю было снять помада. Потому что ее сразу много на кисточке. И чтобы ее хорошо распределить, надо немножечко слой уменьшить. И кончик такой остренький, как подводка. И верхнюю часть. Кто-то писал после моего видео, что помада полосит, но мне кажется, когда я их перепробовала все оттенки, их, по-моему, 8 помад, то у меня просто губы уже были затерты, и при том, что я забыла бальзам, я их ничем не смягчала, а сами понимаете, когда много раз ватным диском трешь по губам, стирая помаду, то они просто высушиваются. А на самом деле помада очень мягкая, кремовая. Так, хватит болтать, а то сейчас криво накрашу. Ой, какой клевый цвет. Что самое интересное, у меня не было матовой красной помады. А я ее очень-очень давно хотела. Вот так. Ну, кисть просто идеальная. Эта помада, конечно, более эффектная, сразу заметная на губах. Я думаю, что с такой помадой никто не останется незамеченным. Вот, теперь я обладательница тоже матовой помады с ярким цветом. Я очень довольна. Так, ну что, продолжаем рассматривать мой заказ. Как я уже говорила, здесь еще два набора. Это под заказ. Сейчас я вот так поставлю рядышком. Это я отнесу клиенткам. Там одна помада точно такая же, а другая немножечко посветлее, еще светлее. И еще вот одна тональная основа. То есть 4 набора у меня в этот раз получилось. Но я, честно говоря, даже еще не успела с клиентами пообщаться как следует. Я заказала себе напиток Aqua Glow. Я взяла себе всю упаковку сразу. Буду пить курс. А потом расскажу вам свое впечатление, потому что нужно пропить весь курс уже, чтобы 100% получить тот результат, который заявлен в этом продукте. Здесь 15 вот таких саше. Я уже пробовала, дегустировала, покупала отдельно один пакетик, чтобы понять, что это такое на вкус, как морс ягодный. К смородинкам, мне кажется, что такое вот с кислинкой, очень приятно. И к этой коробочке можно было выбрать любой из наборов пробников серии Novage. Я взяла себе Time Restory. Правильно читаю? Restory. Может быть, неправильно, не обижайтесь, пожалуйста. И я взяла именно этот набор.
Здесь вот очень красиво упакована такая коробочка. Классный, кстати, подарочный вариант. Я взяла себе вот этот набор для того, чтобы просто подегустировать. Я думаю, что нужно знать, что это за продукт, потому что у меня сейчас в последнее время появляется много клиенток взрослых. И мне хочется иметь представление об этой серии хотя бы, какой аромат, как впитывается, как ложится крем и так далее. Вот, попробую, вам потом расскажу обязательно. Итак, двигаемся дальше. Заказ достаточно большой. С этим заказом вообще были чудеса. Я оформила один заказ, потом второй. А утром в понедельник выходит акция к Хэллоуину. То, что ну, классная распродажа при условии, что заказ на 500 рублей. Мне пришлось маленький заказ, я отменила. И делала заново, включив туда уже те продукты, которые мне понравились из акции. Всего у меня заказ получился на 252 балла. Но это пока что первый заказ. Еще буду работать с клиентами. Здесь у меня подарок для себя любимый. Я взяла маску для рук. Это новинка спа. И взяла перчатки со специальными насадками на пальчики, которые можно использовать для управления телефоном. То есть сенсорные такие накладочки. Сейчас посмотрим. Вот такие перчаточки. Кстати, давно их хотела выписать. А чем хороши перчатки? У них специальный такой материал, чистый хлопок, тут он такой эластичный, но мне чуть-чуть широковато. Конечно, надо будет отрезать внутри этикетку. То есть там этот материал, он усиливает действие маски или крема. То есть то, чем вы пользуетесь, нужно нанести на руки, дать питаться и потом нанести перчаточки и побыть в этом вот состоянии. Можно на ночь прям лечь спать, но я просто не могу засыпать в перчатках. Через какое-то время у меня начинают уставать пальчики, и я даже во сне их просто снимаю. Был у меня такой опыт, что я утром перчатки находила под подушкой, я даже не помнила, как это произошло. То есть такие две перчаточки одинаковые, но они размер универсальный, то что можно и на маленькую ручку, и на руку побольше, потому что здесь есть запасец небольшой. Вот. Но за ручками надо ухаживать, конечно, потому что кожа рук очень сильно подвержена влиянию воды. Очень часто ручки мочим водой. Вода не самого лучшего качества у нас, к сожалению. И используем всякие химические средства для того, чтобы помыть всю квартиру. Я не всегда пользуюсь перчатками, мне в них не очень удобно, но зато я часто пользуюсь кремами и масками для рук. Сейчас заценю новую маску. Посмотрела на свои ногти и поняла, что у меня лак для ногтей остался на столе, потому что я получила новый лак и сразу им накрасила ручки. Так, пробую маску. Очень густая. Пахнет она так, как пахнет вся серия спа, такой морской аромат, уже привычный нам. И несмотря на то, что очень... Так, не кидай. Вот, лак пришел, сейчас покажу его. Несмотря на то, что она густая, я думаю, она должна хорошо впитаться. Ну, какое-то время пусть полежит. Такой лаконичный дизайн у этой серии мне очень нравится, чисто в шведском стиле. А вот его сам, тот самый лак я взяла себе... Ой, космический, конечно, лак. Аметист. Звездный аметист, да? Может быть, я неправильно говорю? Давайте посмотрим. Облизывалась я на эти тени, стойкие, выкручивающиеся, но я устояла, не стала заказывать. Да, я взяла звездный аметист. Вот вы видите сам лак, и у меня на ногтях он нанесен. Я 2 дня не красила ногти, обработала их и ждала, когда придет этот лак, потому что, ну, он прям очень прикольный. И... хотелось его попробовать. Я, в принципе, 3 лака хотела заказать, но в последний момент решила, что надо немножко умерить свои аппетиты. Так, дальше заказала набор новый «Звезд... сияние Парижа», я так понимаю, да, называется он. В начале каталога гель для душа и мыло. Очень густой гель, уже вижу, какой он концентрированный. Потрясающий красивый наборчик. Ну, не потрясающий прям красивый, но действительно он симпатичный в том плане, что его приятно будет подарить. У него праздничная упаковка, то есть везде салют такой, классно все сияет, порхает. И хочется попробовать мыло. Сразу его скрываю. Ой, оно прозрачное, как леденец, посмотрите. Я вот смотрю на свет как раз, и оно прям прозрачное. Я даже через него вижу надпись, там написано Discovery, да, представляете, насквозь. А с этой стороны эмблемка Oriflame. И вот запах мне еще в каталоге понравился, а так он пахнет лучше, чем в каталоге.
есть охота, прям леденец, леденец. Так, мыло. И еще одно такое же мыло. Тоже. Ну, мы любим мыло, у нас большой расход его. Ну и раз уж пошли говорить о мыле, то здесь еще мыло, мед и молоко. Это новинка. Смотрите, какая приятная коробочка. То есть упаковка уже сделана достойно, дополнительного ничего не нужно, можно просто вот так подарить маленький презент. Поверьте мне, что клиентам надо баловать, дарить им маленькие такие подарочки. И так, как же открыть-то его? И лучше клиенты запоминают подарки, нежели скидки. Не делайте скидки, их никто не запомнит, никто не оценит. Чудесное мыло медовое, такое вот, как сота, и все изрисовано сотами. Кстати, в каждом отсеке какой-то цветочек и пчелка, разные цветочки, розочки всевозможные. Ну, хорошенькая, тоже прозрачная, насквозь прям просвечивается. Конечно, я один кусочек вот сейчас возьму себе, попробую, и потом закажу еще несколько кусочков, если вы мне оставите что-нибудь. Закажу на подарки. На подарки обязательно нужно брать. Ой, это то, что я взяла по акции с понедельника, которая началась в честь праздника Хэллоуин. Я взяла две палетки для, ну, с помадами для губ. Я не знаю, как открыть. Помогите, спасите. Не могу. Потом откроем. И взяла свое любимое средство. Это медузка моя, любимая для снятия макияжа. Ну, на самом деле, это для снятия водостойкого макияжа, но мне нравится это средство, потому что снимает абсолютно любой макияж, любой сложности. Вот у меня сейчас и тени, и ресницы, и стрелки подводкой накрашены очень так густо, и я не смогу просто так снять этот макияж. Я немножко смачиваю водой, снимаю основную часть с ресничек, много туши, потому что... И потом просто на ватный диск наношу это средство, сначала перемешав его, подержу секунд 20-30, аккуратно начинаю проверять, растворилось, если я уже снимаю, и просто притираю к носу. Я благодаря этому средству не растягиваю кожу вокруг глаз. Если вы видите, у меня кожа достаточно здесь ухоженная, отсутствие мимических морщин практически. Ну, когда я сильно смеюсь, конечно, они у меня появляются, а так, в общем-то, очень приличное состояние. Я считаю, что уже на этапе очищения у меня идет первая уходовая такая процедура увлажнения кожи, потому что это средство, оно очень мягенькое, у меня их тут много, не пугайтесь, их аж 6 штук, но одно под заказ. Одно я завтра отнесу уже клиентке. Я очень люблю эти средства, и у меня единственная паника, что их снимут с производства, поэтому я всегда запасаюсь, когда есть возможность, чтобы... Ну, чтобы было. Так, взяла еще одну маску. Маска скраб, чайное дерево и лимон. Нет, лайм. И лайм, не лимон, а лайм. Вот классная штука. Кто не ленится или у кого проблемная кожа, то есть воспаление, прыщики, наносите как маска на 10 минут. Если у вас кожа позволяет, наносите как скраб. 1-2 минутки, и кожа вся сияет, поры чистые. При этом пахнет очень приятно. Такой аромат прям вот натуральный, природный. Это мамочки. Она у меня очень плохо спит, у нее проблемы со сном, и ей помогает это средство, то есть специальное для сна, расслабляющее, с лавандой. Я сама им тоже пользуюсь. Я не знаю, может быть, это эффект плацебо срабатывает, то есть я его брызгаю, знаю, что оно должно так работать, и я действительно расслабляюсь и легче засыпаю. У меня тоже такая очень легко возбудимая нервная система. Если меня что-то вдохновляет, например, у меня появляется какая-то идея, я не могу уснуть, у меня куча планов, я уже думаю, как сделать лучше, как это, как то, и мне приходится спасаться такими вот штучками. Это под заказ, зубная щетка детская, пасту заказали, а щеточку забыла заказать, вот теперь щетку понесу отдельно. Так, это средство укрепляющее для ногтей, как я уже говорила много раз. Это единственный продукт, который меня действительно спасает от того, что ногти не слоятся, они приличные, хотя сейчас они очень короткие, но я все равно уже все время привыкла пользоваться этим средством как базой под лак. Так, и все-таки мы рассмотрим эту палетку для губ, потому что, мне кажется, еще вы успеете ее заказать. Вот такая коробочка, она размером такая же, как тени The One, раньше были Very Me такие тени.
Здесь у нас получается отсек для кисточки, малюсенькая-малюсенькая кисточка для помады, и 8 оттенков от самого светлого до темных, которые прекрасно друг с другом миксуются. А можно по отдельности носить, можно комбинировать. Это очень классная штука для творческих людей, кто любит постоянно разные помады. У меня такая палетка была 2 раза, и я ее очень сильно хотела и думала, вот когда будет на нее классная скидка, я ее обязательно повторю. Вот одно у меня под заказ, я ее отнесу, а эту я решила, думаю, оставлю себе. Ну, прям подумаю еще чуть-чуть, потому что вот только 2 помады новые взяла. Но на самом деле очень хочу, потому что цвета красивейшие здесь и просто супер. Пахнет она не очень вкусно, кстати, посмотрю еще срок годности. Ну, до, получается, до февраля 2021 года. Ну, в любом случае, она очень классная по качеству, хорошо лежит на губах. То есть помада — это не как блеск, а очень стойкая. То есть она не съедается моментально, она долго лежит на губах, при этом у нее такой красивый глянец. Так что вот эту я открытую оставлю для себя, а эту отложу. Так, что же здесь еще? А, это тоже под заказ. Я не знаю, как правильно читается, маскарад. Я называю этот аромат просто маскарад. Необыкновенно красивый флакон, если вы видели в каталоге, во вставке. Посмотрите, всего 399 рублей. Чудесный аромат, очень красивый визуально и сам по себе красивый состав. Это туалетная вода, она не должна быть очень стойкая, но она стойкая, достаточно для этой категории товара. Так, о, наконец-то! Скидку 50% я использовала на крем NovAge, новинка. Это крем-скульптор для шеи и декольте. Вот такой у нас большой, 75 мл, флакончик плоский. И я теперь буду ухаживать особенно активно за своей шеей. Я считаю, что это нужный продукт. Надеюсь, он у нас будет постоянно в коллекции, потому что серия все время расширяется, и меня радует, что появляются такие продукты точечного воздействия, то есть прям конкретно под задачу, которая стоит у девушки, у женщины. И шея для многих — это задача номер один, потому что кожа на шее стареет быстрее, чем кожа на лице, как ни странно. Хотя вроде бы мы шею и прикрываем, да, ну не знаю, она стареет быстрее. Буду пробовать. Кстати, почему я не понюхала, заболталась. Есть какой-то легкий аромат. Так, выглядит как такого молочного цвета капелька геля. Вот сюда попробую на руку. Ну, он просто прозрачненький. Как раз здесь вот морщинки, складочки на руке. Так, просто аромат лучше разнюхать вот таким образом. Ой, вкуснятина! Тоненький-тоненький аромат. Я не знаю, что это, но пахнет очень вкусно. Не как цветочный, а как аромат какой-то вкуснятинки фруктовой. И хочется это съесть. Чудесно. Сегодня же начну пользоваться. Я думаю, что результаты не заставят себя ждать. И еще у меня здесь не все. Витамины женские, Wellness Pack, который мы пьем постоянно. Кто-то меня спрашивает, а вы что, их постоянно пьете? Витамины же нельзя пить постоянно. Как это нельзя? Мы же кушаем постоянно. Ну, как бы организму нужно каждый день получать необходимое количество микроэлементов, минералов и так далее, да, аминокислот и белок. И там столько всего нужно. Я не очень, конечно, сильна в этом, но я понимаю, что если это пить, то организму будет в разы лучше, поэтому мы пьем постоянно витаминки. Так, и под заказ остался такой продукт. Это преображающая тональная основа, антивозрастная, Master Creation, у нее SPF 18. Это повторный заказ от клиентки. Она сказала, что это лучший тон, который она пробовала в своей жизни. И она заказала Ivory, Light Ivory Neutral. Ну, слоновая кость, нейтральный какой-то, не знаю. Ну, ей очень нравится цвет. У девочки кожа такая сгорелая. Ну, как сказать, естественный тон у кожи в теплый,
Вот, ей этот понравился оттенок. Ну и все, здесь пакетик и новый каталог, который я сейчас уже побегу смотреть. Еще не видел новый каталог, но я уверена, что в нем будет много интересных предложений, потому что 16-й это уже самый-самый такой классный предновогодний, он работает всегда лучше, чем 17-й, и люди именно в это время больше делают заказов, потому что к Новому году уже начинают как бы прижимать деньги там на стол, там на праздники куда-то съездить. А в 16-м каталоге вы еще можете успеть активно поработать, показать каталог, провести пропаганду, то что подарки надо дарить. Хочешь получать подарки сам, дари другим, это нормально. Поэтому нужно показывать каталоги. У меня их тут целая коробка, как минимум их 11 штук. Вот такие пачки, там еще пачка, ну не буду доставать. И еще это тоже не все. Вот. Вот что у нас выходит. Новая коллекция Nour Skin. Потрясающая бижутерия ювелирная. Я даже себе присмотрела уже один комплектик. Хотя думала, покупать не буду, потому что у меня все есть, у меня все есть. Но вот сегодня листала, кстати, записали, как я листаю, первый раз его смотрела на камеру, и мне очень понравился один набор, прям мне, прям любовь случилась. Надеюсь, все будет хорошо. Все, спасибо вам за внимание, желаю вам тоже классных покупок в этом каталоге, вообще каждый каталог, чтобы были классные покупки, классных благодарных клиентов, успехов во всем, счастья, здоровья и суперского настроения. Все, до новых встреч, пока-пока, с вами была Лилия Донскова.